Всем привет, мои хорошие! Сегодня хочу сделать беляши. Я их делала, конечно, на своем канале, но это было давно. Мы еще сделаем. Весь процесс я показывать не буду, немножко так, коротенечко, по быстрецу, как одна Марина говорит. Ты не готова. Я уже тут все приготовила. У меня мука. Буду ставить в своей хлебопечке. Вот она стоит у меня здесь, форма от нее. И в ней все я поставлю. Мерочный стаканчик или ложечка, правильно сказать. И будем сейчас начинать с вами. Издалека покажу вам. А то все близко, близко. Теперь далеко. Беру яйцо. Вбиваю. Дрожжи у меня стоят. Греются. Реакция уже идет у них. Я уже посмотрела. Соли 2 ложечки маленьких. Вот таких вот ложу. Отставляем. Положили. Сахара 1 полную ложечку. Тоже убираем. Масло. Тут 2 столовых ложки у меня. Молоко тоже у меня греется. Вот. Сейчас посмотрим. Хорошее горячее молочко. Молоко сюда выливаем. И наши дрожжи. Вот наши дрожжи. Уже реакция идет хорошая. Шипят. Прям слышно. Все. И мука у меня. Сейчас я возьму ложечку. Я пользуюсь вот такой вот. От мультиварки. И буду сюда насыпать. Помогаю в своей хлебопечке. Беру вот так вот ее, потрясу. Что-то нос чешется к новостям, наверное. Еще маленько добавим. Потрясем, потрясем ее. И выливаю все дрожжи. Все, ставлю в хлебопечку. Пусть она подходит у меня. Никак не получается отключить вас. Придется руками. У нее здесь много режимов, но мне надо тесто номер 6 и пуск. Все, тесто пошло меситься. Сначала так, а потом будет быстро раскрутит ее. У кого хлебопечки есть, то все прекрасно знают. Но много у кого и нету. Вот я показываю, как она делает все. И время выставлено 1 час 3 минуты. Сейчас через 3 минуты она начнет быстрее вращаться. Там идет подогрев у нее, и она будет хорошо вымешиваться. Через час тесто наше готово. А мы этим временем займемся с фаршем. Здесь у меня курица и свинина. Я добавлю сюда лука. Хорошо перемешаю, водички добавлю, посолю. Ну все, начиночка наша готова. Вот она начала вращаться совсем по-другому. И я еще добавлю сюда муки. Видите, как жидко. Добавила. Много добавлять не надо, потому что тесто будет слишком крутое. Вот на этом достаточно. Пусть она ее пробивает, промешивает. Еще она будет бить где-то минут 20, а 40 минут будет подходить. Вот она как вымешивает. Конечно, надо, чтобы она ее катала. Когда покрупнее будет тесто, круче, она тогда и будет тыр-тыр-тыр, прям колобком. А так как тесто жидковатое, не особенно она ее вымешивает так вот прям уж сильно. Ну, осталось уже у нас через 7 минут она выключится. Я ее закрываю. И устаю. Пусть она работает у меня. Фарш я уже подготовила. Добавила сюда водички. Перца черного у меня нету. Если только вот это добавить можно. Смесь перцев. Можно это добавить сюда. А так черт глянула в себе в закромах. Черный перец закончился. И хотела сказать, что молока я добавила вот таких вот бокала. Бокал из-под кофе. Ну что, выкидывать? Хороший бокал, красивый, белый, стеклянный, полный. И где-то еще, наверное, вот так вот я добавила молока. Муки на глаз. Хотите крутой, хотите пожиже, тут уже решение ваше. Жду тесто свое.
Посмотрим, когда, как она поднимется у меня. Осталось 8 минут, но я не буду дожидаться, потому что у меня уже тесто хорошо подошло. Вот она. Получилась ведерко полная. Я ее достаю. Сейчас насыплю сюда лучички, вывлю, раскидаю и буду лепить наши чебуреки. Спасибо нашей технике. Ее я выключаю. Стоп. И все. Сейчас я все это уберу. Останется только одно ведерко мне потом убрать. Стол я хорошо помыла с моющим. Насыпаем муки немножко. И здесь, чтобы вывалить тесто. А здесь, чтобы раскидать его. Что ж, будем начинать работать. Вышло не так много у меня. 14 штучек. Сковородку я уже включила, она у меня готовая. Сейчас будем их лепить. Получаются они так аппетитные, большие у меня. Большому куску и рот рад. 1-2 съел и сытый. Я что-то привыкла все делать все большое. Сейчас покажу вам, как слепляю, а потом уже, наверное, готовый результат. Мучичкой сюда вот прищепил. И сюда ее. Я с дырочками не делаю. От этих дырочек потом все избрызгает кругом. Конечно, с дырочками покрасивее. Ну, как умею, так и делаю. Положим первую партию нашу. Сколько тут прилезет, я не знаю. Масло хорошо налила. Разогрелась хорошо она у меня. Ну, еще один. Может, втисну сюда. Ой, как хорошо идут у меня. Опа, влезли 3 штучки. Убавим огонь. А тут чуть дюже шустро тут у меня кипит все. Будем смотреть сейчас. Вилочка у меня готова на подхвате. Ну-ка, ну-ка. Сильно огонь не нужен, потому что фарш надо, чтобы он там прожарился. Хорошо. Надо будет приготовить тарелочку. И положим с вами салфетки надо положить. Лишний жир у нас ушел. Так, сейчас проверим. Тут что у нас? Надо еще одну вилочку взять, одну неудобно. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Вот они какие красавицы. Торчат. Красавицы. Готовы, сын мой. А то тут у меня что-то один, блядь, прорвался. Резко шумит. Вот он. Издает большой звук. Слишком зажарились. Я еще убавила огонек у газа. Будем ложить еще одних. Как бы руки еще не прижечь. А то я это могу. Ну все, теперь они пусть жарятся, я буду еще делать. У меня что-то еще осталось много. Отключу вас. Последний ложу на салфеточку. Газ я уже выключила. Все. Поджарились хорошо. А здесь вот такая гора. Сейчас с вами посмотрим, какие они у меня получились, конечно. Мягкие, наверное. Хвалюсь. Мяса много.
Мягкие-мягкие. Тесто такое хорошее. Показываю, может, вам не так, как надо. Ну-ка. Где побольше мяса укушу. Супер. Так что вот напекла целый противень. Даже не противень, а блюдо беляшей. Теперь будем сыты. Ну все, до свидания. Всего вам хорошего. Не болейте, не старейте. Здоровья всем. Будем встречаться еще, надеюсь. Пока-пока.